Для жителей аула Старая Джигута День космонавтики стал двойным праздником. После проведенного ремонта сегодня состоялось открытие Дома культуры Чолпан. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в торжественном событии. Атмосферу праздника прочувствовала и Альбина Ламкова. Праздничную атмосферу открытия Дома культуры Чолпан после ремонта создали звуки национальной гармонии, традиционная чаша айрана, поданная гостям праздника. И уже в новом, отремонтированном, красивом и комфортном актовом зале организаторы торжества и готовились к праздничному событию. Главе республики представили интересную программу ко дню космонавтики «60 лет в космосе». То, что мы создаем, мы прежде всего делаем для наших детей. То, как они будут расти, в каких мероприятиях будут участвовать, чем будет наполнено их детство, повлияет на развитие их как личности. Именно такую задачу перед нами ставит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И вот даже в самых отдаленных сельских населенных пунктах мы, органы государственной власти, должны создавать условия для полноценного физического и интеллектуального развития наших детей. Рашид Тимрезов пожелал, чтобы Дом культуры стал центром аула, в который будут приходить и заниматься не только дети, но и взрослые, развивали народное творчество и все заложенные традиции народов нашей многонациональной республики. И также, конечно, в преддверии того, что завтра начинаются глаза, хочу всем пожелать крепкого здоровья, крепости духа, чтобы все намеченные ваши планы обязательно реализовывались. Затем к главе региона обратился старейшина Старой Джигуты Нурчук Качкаров. 93-летний аксакал поблагодарил Рашида Тимрезова за преобразование в республике, включая родной аул. Глава республики нам помогает, строятся мосты и дороги. Мы радуемся всему, что идет на благо нашего аула. Старая Джигута – старейший аул, и мы хотели бы, чтобы преобразования продолжались. В храме искусств новая жизнь после ремонта. Он был проведен в рамках программы развития культуры Карачаево-Черкесии. В ДК полностью заменили кровлю, обновили фасад. Полы, окна, двери, отопительная система заменены. Оштукатурены стены и потолки. Гости праздника убедились и в отличной акустике актового зала. Надежда, мой компас земной. Мало навести в здании вот такую красоту, в новое помещение еще нужно вдохнуть творческую жизнь. Это и будет основным направлением деятелей искусств Дома культуры Чолпан. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Усть-Джигутинский район.